Поспешай. Это будет рок-концерт, сольная программа рок-группы «Не поспешай». Также в концерте в роли гостей примут участие шосинская рок-группа «Ангелы дорог». Буквально с минуты на минуту все, кто ценит и любит качественную рок-музыку, кто является патриотом музыки нашего города, мы всех с удовольствием приглашаем к нашей сцене. Где-то минутки через три мы начинаем. Привет всем! Ой, господи, что так слабенько? Давайте попробуем еще раз. Привет, Шоска! Ой, молочашка, а еще громче можем? Ой, замечательно! Хорошо, ну, Антон, начинаем или нет? Сколько можно? У нас добрый зритель в заднем ряду. Спасибо. Витя, что ведет? Микрофоны? Эй! По-моему, микрофон. Эй, один раз. Итак, мы начинаем. Всем привет, 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 привет! Я надеюсь, меня слышно. Меня слышно? Точно? Отлично! Значит, Центр культуры и досуга представляет на нашей летней сцене под патронатом Николая Петровича Ноги, мэра нашего города, воскресный концерт. И сегодня будут на этой сцене работать шосинская команда «Не поспешай». Она за долгое время представляет уже свою сольную программу. Правильно я говорю, ребята? Этой команде 5 лет. Я точно не знаю даты, но сегодняшний концерт юбилейный, поэтому можете их смело после концерта поздравлять. Также на этой сцене, как я уже и говорил раньше, выступит их друзья, группа «Ангелы дорог» в роли гостей. Ну а сейчас ребята начинают первая композиция. Давайте их встретим аплодисментами! Мы находили и опять теряли.
Дожди смывали, дожди смывали пыль с лица. И снова кругом, снова кругом вспоминали свои непостоянные тела. Всех богов. Мы знали все, мы звезды кулаком сжимали. Мы дети вечности, ведь мы еще растем. Хоть и любовь цветами потеряли. Следующая песенка будет называться «Монах», она очень старинненькая, поэтому и все. Yeah.
боялся бумажить и погляд смыть. И нежно рукою вытирающий слезы, гадавши про нас, ты потратила в пепли.
сцену пригласить нашего друга, он пришел с нами выступить. Это Сергей Мелкий, где он есть вообще на самом деле? Сережка, давай, пожалуйста. Ну, вспомним немножечко одну старую песенку. Дядя Мелкий немножко слова забыл. Ничего страшного. Добрый вечер. Thank you.
рождаются мысли, но их не услышит никто никогда. Душа улетает, а я остаюсь в темноте. Пожалуйста, Мелкого. Сейчас я хочу пригласить на эту сцену своих лучших друзей. Это группа «Ангелы дорог». Что так слабенько? «Ангелы дорог» вроде бы. О, молодчашки, а что так? Ребятки с нами уже занимаются очень-очень долго. Опять же, очень-очень долго. И все те же 5 лет. Кого сегодня не будет? Добрый вечер, дамы и господа. Как всегда, вас приветствую, «Ангел дорог». Поэтому время немало, начинаем. Первая тема. Холод. We'll be right back.
Итак, одноименная. Ангел дорог. Yeah.
наша сила, раскаленная слеза, остывает на щеке, что так исчезнут навсегда. Вернем, если нам пальцем тысячи стихов, если стука до стыда носит, послушай, как она поет. Знай все, что нам надо, на что ты встаем, но и надо, просто мы о том, что время нас не we'll be right back.
последняя тема. Вернемся к старой теме. Итак, зал под Ян Забагов. Свой последний.